Количество мертвых тюленей, выброшенных на берег одного из пляжей Намибии, превысило 7 тысяч, сообщила в пятницу, 23 октября, организация Ocean Conservation Namibia. Согласно данным Reuters, тысячи погибших детенышей тюленей были обнаружены на берегу полуострова Pelican Point, туристического места, известного своей колонией тюленей и дельфинов. Морские биологи из ОКН заявили, что исследования, проведенные на прошлой неделе, также выявили всплеск числа мертвых самок. Расследование сосредоточено на пляже Pelican Point, поэтому общее число погибших тюленей могло быть больше. Чиновники из Министерства рыболовства и морских ресурсов Намибии сообщили, что образцы будут отправлены в Южную Африку для определения причин массовой смерти морских животных. По мнению экспертов, причиной гибели тюленей мог стать голод, так как рыба – основной источник пищи тюленей, ушла от берегов Pelican Point. Среди других причин названы вредные вещества в воде или инфекционная болезнь, ведется дальнейшее расследование.